Вот, и попробуем молнию поснимать. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лагерного спорта. Вы посмотрите. Глубоко обожаемые. Это не я лечу сейчас. Это не я. Это мы тут. Оба не летим. С Гером Тимошенко. Да, планер летит сам. Принцесса взяла управление в свои руки. Она вчера побывала на самом дорогом аэродроме в округе. Цвалу. Ну вот, причем нас приветили изумительно. Вообще, великий респект всем, потому что нас а спасли, б разместили ночевать, с утром помогли выкатить планер, отправили, и мало того, на вопрос, сколько мы должны денег, сказали, что это спасательная операция, в которой деньги брать грех. Вот, и в общем-то, представляете, совершенно безвозмездно мы пожили в очень красивом этом самом парке, в котором ночь там стоит безумных денег, а мы тут вот так на халяву всяких животных. Про финансы, да. Смотри, какая гроза. Смотрите, да, но мы отвлеклись. И вот планер, после того, как он полетал, приземлился в Смолу, теперь летает сам. Ему очень понравились грозовые обстановки, потому что да, каждый раз можно куда-нибудь приземлиться. Но сегодня у нас никаких планов приземляться не там нет, потому что вот я такой, Герб Тимошенко вот сзади, он может помахать лапой. Могу вот помахать, да, лапой, больше ничем не могу. Вообще могу двумя помахать, да, потому что летит он сам. Да, да, летит он сам. А молнии слева туда показывает. Да, молнии вот у нас слева, посмотрите, какая красивая гроза в развитии. Ну, нам страшно или не страшно, скажи нам? Нам страшно, конечно. Но планер-то летит сам. Как это? Планер-то сам летит. Он взял, ну не мы же, мы же пилоты-то очень дисциплинированные, да? Прям хлебом не корми, отдай планеру полетать. Да, дай планеру полетать, а мы вообще очень дисциплинированные. Мы, ой, прям мы... Кони, огни, пилоты, молнии. Вот 5 метров вверх, а мы да. дисциплинированные. Да, и это, заметьте, мы просто, это облет, передача, ой, и молния рядом. Передача планера одним пилотом другому для очень счастливой летной ближайшей жизни. Вот. И поэтому мы вот так вот просто облетываем планер, посмотреть чисто, как оно тут вот летает. Красота. Да, и понять, что... Да, слушай, так бодренько, как бы нам сейчас интерцепторы не пришлось. Придется сейчас. Придется, да. Припускать? Нет, пока нет, еще. Пока еще рано. Нет, конечно, еще рано. Но вообще-то... Это не я. Да, это планер. Глубоко уважаемые любители планерного спорта, это планер летит, это не Тимошенко летит. И не Волков, ни в коем разе не подумайте. Посмотрите, я-то точно не лечу, вот у меня в одной руке... Выпускаю интерцептор. Вот. Посмотрите, какие дисциплинированный планер у нас. Он сам взял и выпустил интерцепторы. Подумал, принцесса подумала, да ну его в жопу этих пилотов, пойду-ка я вниз. Ну и в общем-то она абсолютно права, потому что пора бы нам текать на наш аэродром. Ну, посмотрите, на 2 часа. На 2 часа аэродром. И, кстати, к нему тень так, в общем-то, как ты был прав, потихонечку продвигается. Не ползай. Да, так что достанется этой грозой вот нам. Ну вот, это был так экскурс в жизнь гроз. Какие бывают грозы. Да, какие бывают грозы. И какие там бывают... Да, пилоты какие бывают тоже. Слушай, как красиво, так они как холмы в этой... Ага, прям. Ага. Я думаю, что вы не возражаете, глубоко уважаемые любители планерного спорта, если мы еще немножко вам поснимаем вот... Как оно красиво, и с чем вот это... О, ёпс! Простите за возгласы, потому что по-другому не скажешь. Димочка, может нам с ёбань забиты, а? Что-что? Может нам текать, при принцессе сказать, быстрее лететь? Чуть-чуть. Ну, давай. Сейчас я разберусь с ней. Разберись с ней. А то что-то у нас уже совсем рядом. Тут как это обложили. Все, глубоко уважаемые планерного спорта любители, мы завязываем с развлечениями в огнях и грозах. Вот, вы молнии уже посмотрели. До новых встреч, аривуар!